сегодня у нас топ-5 бейблейдов из нового квад-драйва. Сейчас будет очень жарко. Начнем мы с одиночных бейблейдов. Пятое место занимает Рор Балкеш B7. А четвертое место занимает Циклон Рактовор R7. Давайте разбираться. Смотрим на Богомута. Хочу заметить, что у него нет вставок, но его вид это не портит. Поэтому Богомут чисто красивый бей. Сзади коробки нам показаны его режимы, а также характеристики. Рагнарюк. У него, во-первых, крутой ланчер на правую и левую сторону. У него хорошие характеристики. 13 выносливости, но 5 защиты. Хасбро, конечно, очень круто сделано. Дальше у нас двойные наборы. Что из них? Я сразу буду говорить, что здесь я выбрал 2 набора и не могу все еще решить, какой из них круче, чтобы поставить его на 3-е место в топе. Первое, это, конечно, Белдеров. Этот бой, во-первых, редкий, во-вторых, новый. Второй из другого набора с Линдвирмом. Это Врат Фафнер. Дальше последнее. Еще двойные наборы и арена. Арену я ставлю на 2-е место. Волчки в этой арене атакующие. Не додумалась Хасбро, надо было сделать Ифрита, чтобы он взорвал Белила. И всем хотелось получить Ифрита, которого в Такаратоме, между прочим, нет. Найдете только в Хасбро. Он здесь выполнил отлично. В мультике нам показывали именно такого Ифрита. Так, давайте посмотрим на характеристики. Характеристики у обоих почти одинаковые. У них у обоих по 9-очке атаки. То есть это очень похожий бей. Потом Катана Мурамаса. Ваниш Кобра C7. И из этих наборов, кстати, по-моему, можно собрать крышку Фафнера. Круто. Также у них у обоих новые диски. Характеристики. Одна атака у Катана Мурамаса. И новые драйвера. Дальше арена Квадрайв. Здесь не зря появилась арена 5-го сезона. Они просто безумно похожи. И я хотела вам рассказать совсем про другое. Это новый Хасбро. Сразу 3 Спригана. Ну а сейчас всем пока и до скорых встреч.